Моему электротриммеру потребовалась замена катушки с леской. По совету различных блогеров с интернета я выбрал некую катушку, которая считается, ну, как бы наиболее, или не наиболее, но одной из таких хороших, надежных и проверенных. И вот сейчас хочу вам предложить обзор на эту катушку, чтобы вы немножко тоже вместе со мной разобрались в ее устройстве. Открывается катушка достаточно туго, поэтому я ее немножко разобрал заранее и показываю вам, из чего она состоит. Ну, естественно, крышка крепления с резьбой 10 М10, левая резьба. Это обычная резьба для катушек. Внутри катушка подпружиненная, и катушка разбирается еще на другие элементы. Значит, одним из интересных элементов этой катушки является свободный пятак внизу катушки, который крутится независимо от самой катушки. Он установлен на подшипнике. Основные претензии раньше, которые я встречал к этой конструкции, тем, что там этот подшипник был, вернее, сам пятак в подшипнике был закреплен с помощью резьбы. Сейчас я не очень могу понять, чем или каким образом он там закреплен. Возможно, просто немножко расклепана вот эта вот ось, чтобы, как сказать, пятак из подшипника не вываливался. Следующим элементом является в этой катушке, это уже почти собранная катушка, следующим элементом ее является вот такая сборка, которая вставляется внутрь изначальной части. И смысл этой сборки, чтобы она у нас с осью совпала с отверстиями в катушке. Для чего это нужно? Катушка заряжается снаружи насквозь и потом просто прокручивается. Следующий элемент, естественно, пружина. Вся катушка вставляется в основной корпус с храповиками. Храповики здесь достаточно мощные, так что переключение подачи лески там достаточно надежное. И сверху эта вся конструкция защелкивается. Да, еще один элемент обращу внимание. Вот эти вот сменные узлы для подачи лески. Сменные узлы. Тут надо, правда, в интернете встречаются и та, и иная конструкция. Здесь получаются узлы с внешними выступами. Чаще встречаются узлы с внутренними выступами. Они продаются тоже на AliExpress как заменные. Толстые, металлические, ну, скорее всего, алюминиевые или из какого-то алюминиевого сплава узлы. Вся эта конструкция вместе собирается и защелкивается в защелке. Защелки очень тугие, поэтому приходится немножко упереться. Вот свободно прокручивающийся пятак, как я говорил. Вот теперь прикрытые узлы. Загрузка лески в эту катушку производится путем позиционирования вот этой верхней трещотки по оси катушки, осям катушки. То есть в какой-то момент можно увидеть, что там у нас сквозное отверстие. Есть сквозное отверстие. После этого мы загружаем пленку насквозь через катушку. Это тоже, если нет навыка, требует определенной, сказать, практики. Лучше кончик лески предварительно выпрямить.
чтобы она прошла как прямая через все эти отверстия. Она выходит с той стороны, леска. Дальше мы ее протягиваем, чтобы у нас был симметричный кусок слева-справа. И дальше, вращая по часовой стрелке через защелки центральную фишку, мы наматываем леску на катушку внутри. При ударе по почве, о землю, трещотка сбрасывается назад на шаг и, соответственно, освобождает нам леску. Вот такая катушечка для лески, для моего нового, новая, вернее, катушка для лески, для моего электротриммера. Как-то так, малята.